Здравствуйте всем тем, кто сейчас видит данное видео. Дело в том, что 20 сентября 2017 года видеохостинг YouTube прекращает поддержку своего видеоредактора. Как пишут нам в Гугле владельцы YouTube, это связано с тем, что видеоредакторов пруд-пруди, и можно ими вполне себе пользоваться. Однако они забывают уточнить, что, как правило, бесплатные онлайн-видеоредакторы и не онлайн-видеоредакторы, как правило, довольно сложны в управлении, а те, что легкие в управлении, те вовсе не бесплатно. И поэтому я призываю всех ютуберов 20 сентября не делать никаких видео и не заходить на этот видеохостинг, а пользоваться другими видеохостингами, например, Рутубом или Твитчем. Также я призываю владельцев, основателей Ютуба Чака Херли и Дэвида Карима вмешаться в ситуацию и все-таки восстановить, если будет удален видеоредактор YouTube. Также я призываю вмешаться в ситуацию основателя Google Сергея Брина и Ларри Пейджа, чтобы они поняли, о чем речь. Позже данное видео будет опубликовано на английском языке. Пожалуйста, поддержите мой протест и мою акцию протеста против удаления видеоредактора YouTube 20 сентября. Спасибо за внимание.